На старт, внимание, поехали. В горках состоялось закрытие 10-го чемпионата под названием «Гонки на выживание». В этом году погода по-настоящему осенняя, пасмурная и дождливая. Поэтому размытая трасса стала поистине испытанием для гонщиков. Но, как говорят, танки грязи не боятся. Один из организаторов мероприятия Никита Жиров напомнил правила. В трех отборочных заездах набираешь очки, по ним попадаешь в финал. Тот, кто не попал в этот финал, есть дополнительный отборочный, утешительный. Через него можно также попасть в финал. И в финале два круга, последний выбывает. Два круга, последний не выбывает. То есть нельзя приходить последним. Подготовить машину гонки непросто. Необходимо знать большое количество технических составляющих. Но это стоит того, чтобы зрители получили удовольствие от заезда. Отличное настроение. За 44-й болеем номер. Вот он сейчас как раз перевернулся. Очень красиво у него получилось. В итоге довел гонку вроде бы до конца. В принципе, нормально все. Как настроение, Артем? Зашло. Нам очень нравится посещать данное мероприятие. Сегодня, конечно, погода чуть-чуть подкачивает, но все равно настроение хорошее. Да, Тем, за кого болеем? 63-й. В последнем заезде осеннего сезона первое место занял Александр Идрисов, номер его машины 39. Второе место у Андрея Березкина, 63-й. Тройка на машине Дмитрия Черкасова совпала с местом, которое он занял в общем зачете. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.